Бисмиллях, о мусульманин, который стал молиться, когда у тебя мысли начали гулять и куда-то что-то вспоминать, ты знай, что уже шайтан начал свою работу. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, говорит, начинает мысли распускать шайтан и говорит, вспомни этот вещь, кто ты сделал, вспомни этот вещь. И в конце он дойдет до такой степени, что он не знает, сколько ракатов сделал человек. Из этого, когда такие мысли приходят в голову, сразу отталкивайте их и верните свой намаз.